Раз, два, три, поехали. Саша, Сережа. Айбест в Айкейзесе. Я не могу сказать, что это колонка, вот, которую вы хотите, чтобы я вам рассказал, что это нормально, когда в компании Айбест взяли и украли дизайн Джампокса, моего любимого. Заимствовали. И предлагают то же самое, ну, как то же самое, в общем, устройство со скопированным, мягко говоря, дизайном за сколько тысяч рублей? За 3000 рублей. За 3000 рублей. А это стоит 8. А это стоит 8. Но это все равно нельзя одобрить. Вы же понимаете, как так можно? Ну, это еще можно отвечать на телефон. Ну, и здесь тоже можно. Здесь микрофон тоже есть. Полностью копировать. Ну, по сути, ее копируют полностью. Они совсем обнаглели. И мы должны просто понять. Ударить по ценам. Давай сравним их по звуку. Ну, по звуку их сравнивать, это сейчас будет задача. Если мы ее сейчас подключим телефон и послушаем, я могу сказать, что там по звуку. Давай распакуем одну. Давай. Самый популярный цвет. Цвет леда. А точно 2000 рублей? 3000. Если бы они стоили 2000 рублей. Ну, в Джавбоне их накажут. Думаешь? Уверен. Давай, а мы пока расскажем, какие бывают вещи на свете. И такая идет стильная упаковочка, логотип MyBest. У Джавбона лучше. Все на русском языке. Джавбона тоже. Колонка убрана в такой изящный целлофановый пакет. Идет инструкция на русском языке, руководство пользователя, паспорт называется устройство. Я понял. Идет зарядка китайская, беспроводная. А, беспроводная, смотри, AUX. В комплекте можно сэкономить на нем. Ну, очень... И провод. Микро-USB. USB. Пахнет. Чем? Проводом? Китаем. Так, ладно. Цвет очень такой прикольный. У Джамбокса, что мне нравится, у них сейчас запустился кастомный сервис, я можешь сам сгибридить цвета. Здесь они... Да, нашло самое такое популярное решение, это желтый с черным. Очень классно смотрится. Надо же было полностью украсть дизайн. Ну почему полностью? Она толще. Толще. Ну она больше. Начнем с этого. Сделано в Китае. Видишь? Все на русском языке. Где ты найдешь акустику полностью русифицированную? Ну Джавбон же русифицирован любой. Вот ну ладно, пусть. На английском языке. Давай мы сейчас попробуем о самом главном поговорить. О звуке. Вот есть колонка, да? Вот у нас есть телефон под названием система iPhone 5. Вот у нас есть на этой колонке, можно подключить к ней, соответственно, по аудиокабелю устройство. Есть мини-USB, как же она противно пищит. Есть кнопка включения-выключения, здесь есть вот кнопка ответа на вызов, кнопки управления воспроизведением. Это вот сделано из металла. Так. Тут глянец у нас. Саша, идет. Ну что, смотри, вот он, у нее здесь индикатор, он нам подсказывает, что колонка находится в режиме подключения. Как она называется? HR800. Вот имя HR800. Вот этот вот HR800 мы сейчас и будем подключать. Подключили. Запускай. Подключили. Вот мы выбираем трек любой, да? Вот. И здесь вот есть эта штука под названием HR800. Максимальная, что ли, громкость? Да. Ну, Джавбон играет громче. Можно взять с собой, можно в карман положить. Саш, в карман поместится? Пошли на улицу. Да. Я, знаешь, думаю, мы с тобой все ходим на улицу с разными вещами. Когда же нас уже возьмут с тобой? Примут. Да, примут. Ну, в общем... А как управлять воспроизведением-то, я не пойму. С айфона. А вот это вот что? А, это вот громкость. Но здесь вот на самом деле можно управлять воспроизведением прямо с колонки. Здесь нельзя. А вот там вот эта кнопка многофункциональная, по-моему. Ну, в целом, конечно, пример это не очень хороший. Что мы вам можем сказать? Оно, конечно, стоит дешево, но вот я целиком за оригинальные продукты, потому что Джабон вложили неизвестно какие там деньги и средства в то, чтобы создать такой узнаваемый дизайн. А в компании iBest, которая, я не знаю, чья... В общем-то, раз, и все это взяли.
Подробнее об этом... Они позаимствовали. Позаимствовали. Поговорим на сайте. Мое фи компания iBest. Спасибо вам большое. Джавбон за 2000 рублей. До свидания.